На развитии Северного морского пути и новых совместных производствах, в том числе по добыче и обработке полезных ископаемых, сделали акцент участники российско-китайского бизнес-форума в Шанхае. На пленарном заседании форума выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Напомним, в составе делегации от нашей страны в событии принимает участие и глава Мурманской области, который на полях конференции отметил, что Заполярье обладает богатой минерально-сырьевой базой. Также, будучи началом Севморпути, регион всесторонне поддерживает курс для обеспечения его роста. Как сказал председатель правительства России, фундамент нашего сотрудничества закладывается здесь и сейчас. А укрепление партнерства станет благом для обеих стран.